Привет, как дела? Сегодня я расскажу о тех мероприятиях, которые нас ожидают в Лондоне в октябре месяце. Первое мероприятие – это ресторан-шоу, шоу ресторанной еды. Оно проходит с 30 сентября по 2 октября в выставочном центре «Олимпия», где можно увидеть конкурсы и состязания между шеф-поварами, которые производят различные десерты и блюда. Также их можно попробовать после конкурса, ну и даже оценить работы шеф-поваров. Конечно, это трейд-шоу, то есть шоу для работников ресторанного бизнеса, которые налаживают связи между собой и поставки и производство какой-либо еды для своего ресторана. Также там представлены всегда какие-то новинки фуд-индустрии, которые можно попробовать и оценить на вкус. Кроме того, помимо еды, там можно присмотреть себе кухонный гарнитур, свой ресторан или какой-то создать интерьер из того, что представляют на выставке. Также там можно приобрести печь для пиццы, кофемашины, кофеварки, любые, ну, какие-либо предметы индустрии в ресторанном бизнесе. С 3 по 6 октября в Regent's Park проходит скандальная выставка Frieze Art Fair, где можно найти безумно интересные дизайнерские штучки, какие-то безумные экспонаты, которые будут будоражить ваш мозг. Вы будете постоянно задавать вопросы, а что это такое или почему это так. Все вопросы, пожалуйста, задавайте создателям этих экспонатов. Это безумие. Поэтому она, в принципе, и называется скандальной. Причем все эти экспонаты продаются за баснословно бешеные деньги, начиная там от 1000 фунтов, заканчивая миллионами фунтов стерлингов. Когда я впервые попала на эту выставку, выставка не бесплатная, я всегда прохожу на нее по пресс-аккредитации. Для меня, допустим, первым экспонатом, который был совсем непонятен, в рамке, в большой такой, метра два на метр, на стене висела какая-то зола просто, реально зола какого-то пепелища. И продавалась она за 17 тысяч фунтов. Я такая думаю, и чё? У нас на дачах, в наших российских глубинках, такой золы хоть пруд пруди, скидай по полотну и вывеси на продажу. Как оказалось, это была зола с какого-то места боя, какой-то войны, какого-то там века. Не уверена я в этом, ну да ладно. Главная задача любого артиста, любого производителя искусства – описать то, что он замыслил в этой картине, в этом экспонате. Поэтому выставка прикольная, очень советую для людей искусства, дизайна индустрии, индустрии моды. Это реально переворачивает ваше сознание и дает какие-то новые шаги на пути развития вашего творчества, какие-то новые идеи и вдохновение. Ну, а тем, кто не очень интересуется искусством, советую хоть раз сходить, посмотреть. Там, кроме того, как сами выставочные экспонаты интересны, так еще и на людей посмотреть с высшего света, как они одеваются, как они ведут себя, тоже очень интересно. С 4 по 6 октября в выставочном центре Excel, что в Восточном Лондоне, будет проходить The Cake and Bake Show. Оно основано на телевизионной программе Bake Off, где люди соревнуются на лучшие произведения в области приготовления тортиков. Шоу будет интересно для тех, кто увлекается тортиками, пироженками, у кого есть свое производство или кофешопы. Кроме того, для тех, кто сам производит это. Ну, а также для тех, кто ищет вдохновение или просто нечем заняться в Лондоне. Там на мероприятии проходит огромный конкурс, где выставляются по тематике около 20-50 тортов, сделанных просто на высочайшем уровне. Каждый торт – это шедевр, он оценивается жюри и присваивается первое, второе и третье место именно на этом шоу. Посмотреть эти тортики прямо в детальках, я думаю, стоит того. 5 октября в Лондоне состоится зомби-волк. То есть прогулка зомби. Это офигенное мероприятие для, я думаю, для каждого будет интересно, потому что это что-то необычное, нестандартное, и это очень сложно уловить.
То есть никогда не знаешь, где оно начнется, где закончится, но обычно это происходит где-то в центре, в районе Лестер-сквер, в районе Чаринг-кросс и в Сохо. Люди, которые увлекаются ужастиками, наряжаются в какие-то страшные костюмы зомби-скелетов, каких-то клоунов с базуками, и идут вот такие вот как зомби по улицам, пугая народ. Это удивляет, это обескураживает, и это притягивает интерес зрителя. Такая прогулка зомби проходит по всему миру в этот день, не только в Лондоне, но в Лондоне, если вы хотите посмотреть, как это выглядит, напугаться, ну или просто пофоткаться. Они очень изобретательны, и фотографии получаются безумно интересные. В общем, советую хоть раз посмотреть на это мероприятие в центре города. Обычно они все тусуются на Лестер-сквер или на Трафалгар-сквер. В середине дня где-то, начало у них в 3 или в 4 часа, то есть если вы в 2 часа или в час придете, то кого-то точно увидите. А полностью мероприятие это надо ждать, если у вас есть время, тусуйтесь там среди всех этих зомби, фотографируйтесь, снимайте на видео, это очень интересное мероприятие. Внимание, сейчас мероприятие, которое вы не найдете ни в каком путеводителе или в программе ближайших лондонских мероприятий. Это европейская премьера фильма «Малефисента. Владычица тьмы». Оно проходит в рамках недели лондонского кино, London Film Festival, со 2 по 13 октября в этом году. Ну, вы все знаете, кто такая Малефисента. Это Анджелина Джоли в роли сказочной злодейки. 9 октября в BFI IMAX Cinema, что находится рядом с Waterloo Station, будет проходить европейская премьера, где можно увидеть эту Анджелину Джоли на красной дорожке. Она заявлена в мероприятии, она будет присутствовать. Помимо этого, будут и другие актеры. Я знаю, что приедет Мишель Пфайффер тоже. Если вы хотите попасть на это мероприятие, смотрите мой ролик о том, как попасть на премьеру фильма в Лондоне. Там я подробно рассказываю, куда и как подойти и что сделать для того, чтобы попасть внутрь и стоять в фан-зоне рядом с красной дорожкой. О том, как попасть на премьеру в BFI IMAX Cinema, я расскажу попозже. Я была на двух премьерах там, видела Камерон Диаз и Тома Круза на другой премьере. Очень интересно, когда ты видишь тех актеров, которых ты любишь и смотришь в кино, когда ты их видишь вживую, ты осознаешь, что это реально они, что они выглядят и ведут себя совсем по-другому, не так, как мы себе это представляли. Например, Камерон Диаз была очень высокая, наверное, 1,80 м, конечно, у нее такие каблучищи были, но все равно я думала, пониже будет. А вот Том Круз, наоборот, оказался очень маленького роста, у меня где-то понос был. Но все они мимо проходят тебя, буквально в метре, иногда подходят к фанатам. Я не общаюсь, я только снимаю, конечно. Но стоят рядом, и ты видишь их вживую, буквально вот можешь дотянуться и потрогать. Но это для тех, кто интересуется кино. С 6 по 13 октября в Лондоне проходит NFL. В начале этого чемпионата обычно стартует такой фестиваль National Football League, который проходит либо на Пикадилли, либо на Трафальгарской площади, либо на Риджент-стрит. Пока не заявлено, какого числа это будет, не могу сказать. Ловите информацию, набирайте в гугле NFL 2019 Kicks-off, то есть начало. Что там можно увидеть? Там можно попробовать поиграть в американский футбол, там можно встретить своих каких-то фаворитов американского футбола. Помимо этого, однажды вот на Трафальгарской площади можно было увидеть реальный такой танец реальных чирлидеров. Американский фан-клуб девушек, которые поддерживают футбольную лигу чемпионов. Очень интересно, прыгают они красиво, танцуют замечательно и реально заряжают всю публику своими эмоциями, своей харизмой. Добро пожаловать в центральный Лондон! 19 и 20 октября в Троксе будет проходить фестиваль мертвых. Это мексиканская культура, когда люди рисуют на своих лицах скелетов, украшают веночками. Недавно прижилась в Лондоне и уже пользуется бешеной популярностью. Я как-то ходила фотографировать этих людей, которые, не знаю, что там происходит внутри, ну, наверное, обычная такая пати, но
Наряжаются они тоже очень красиво, как зомби, очень профессионально рисуют лица, очень красивые веночки делают, костюмы шикарные. Тоже советую сходить, посмотреть, как это все происходит. Для любителей кинокультуры, мульткультуры и видеоигр в Лондоне в Экселе с 25 по 27 октября будет проходить фестиваль Comic-Con. Те, кто этим интересуется, знают, что это такое. Люди приходят на мероприятие, наряжаясь героев фильмов, мультфильмов или видеоигр, и тусуются там, играют в эти игры, знакомятся друг с другом, проходят какие-то косплей-конкурсы, ну и просто общаются, заводят какие-то связи или друзей. Для туристов это будет очень интересным событием, потому что такое количество киногероев вы никогда не увидите. Тоже шикарное качество костюмов, масок, грима. Как бы октябрь очень богат на такие вот мероприятия. Приходите просто к Экселю потусоваться, внутрь можно не заходить. Рядом с Экселем будет огромное количество людей в костюмах героев ваших любимых фильмов, ваших любимых видеоигр. С 26 по 27 октября в выставочном центре Олимпия проходит фестиваль Вегфест. Это фестиваль вегетарианской или веганской еды. Он сравнительно новый, проходит, по-моему, второй или третий год, но там реально с каждым годом увеличиваются производители и представители вегетарианской культуры. Те, кто интересуется вегетарианской культурой, я думаю, стоит сходить, потому что там реально можно попробовать какие-то новые товары, новые продукты питания, а также узнать, как готовить новинки в области вегетарианской еды. Ну и 31 октября всем известный праздник Хэллоуин, День всех святых. К этому дню многие дома, особенно в Западном Лондоне, украшают свои входные двери или парадные, или сады паутиной, плесенью, скелетами, ну и, естественно, тыквами. Очень интересно 31 октября побывать где-то в центре или в Западном Лондоне и увидеть искусство оформления парадных на Хэллоуин. Помимо этого, к вечеру, обычно в ближайший выходной, проходят много пати, тусовок, дети ходят, собирают конфетки. Ну, как во всей американской культуре, так же и в английской. Этот праздник уже известен, о нем я не буду много рассказывать, но Хэллоуин отмечается и в Англии тоже достаточно широко и интересно. Вот пока и все мероприятия, которые я нашла на октябрь. В ноябре будет еще больше мероприятий. Не пропустите следующий ролик, а пока на этом все. Чао-чао!